Друзья, всех приветствую. Давно не было видео у меня по вездеходу. Вот, решил выпустить, как я, значит, буду реализовывать привод гидронасоса НШ-10 для рулевого управления. Вот, соответственно, сам насос, привод такой стандартный на двигателях МТЗ трактора устанавливается. Вот, что у меня есть. Сюда устанавливаем. Расколотил я помпу от УАЗика. Достал, значит, вал там с вот этим фланцем для шкива. Также у меня вот генератор от этого УАЗика. И был и комплект шкивов на помпе, что стояли. Два шкива. Достаю вот шкив, который меньше имеет выпуклость. Беру его. А здесь я, значит, снял фаску небольшую аккуратно болгаркой. В это отверстие шестерни привода двигателя. Оно достаточно точно центруется. Зажимал это все в тисках. А везде одинаково подлезает болт на 8. Туго-туго. Зазор получается где-то 8 миллиметров. Наверх, значит, будет устанавливаться этот вот шкив. Здесь будет вот такой присутствовать зазор, значит, достаточный, чтобы закрепить болты или гайки тут какие-то закрутить можно было. Так все это выглядит. Вот зазор достаточно большой. Остается только как-то вварить это в тисках. Аккуратно, думаю, соединить вот здесь между собой, обточить. Ну и насколько это будет точно, я уж не думаю, что сильно здесь будет колотить этот шкив.